У меня недавно здесь такой кейс был. Приходит молодой человек и говорит, я не могу пробить свой финансовый потолок. И мы с ним разговариваем, и он все уходит в эзотерику, там, помедитировать, шаблон снять, там, еще что-то там пробить. И он все хотел как-то, он все искал каких-то легких путей. И когда я ему сказал, во-первых, надо работать, во-вторых, маркетинг, в-третьих, найми хорошего SEO, в-четвертых, создай отдел продаж и улучши свой продукт. Подумай, как сделать из не компанию не мускулинную, а материнскую. Он такой, а вот сознание, вот это нужно же пробивать, там, нужно помедитировать. Я ему говорю, ты еще маткой подыши, да? Ну, то есть, и он такой, почему кому-то говорят, что нужно деньги – это эзотерика, а ты мне говоришь, нужно работать? Я говорю, во-первых, твое дело производства загружено на 40-50%. Это первое. Второе, с головы у тебя все нормально. У тебя не хватает просто твердых действий. И вот, и он пошел работать. Он говорит, я понял, пойду загружу свое производство и свой отдел продаж. На еще плюс 50%. То есть у чувака будет X2 через 2-3 месяца. Психология очень хорошо, эзотерика еще круче, но твердые действия никто не отменял. Всегда действуй. Напиши в комментариях, в каких моментах для тебя важна психика или для тебя важна эзотерика, и в каких ситуациях очень важны действия, когда ты совершаешь действия навстречу своей судьбе. И что ты подметил в людях? Давай поисследуем вместе с тобой.